Всем привет! Мы продолжаем серию видео про обслуживание снаряжения. Сегодня поговорим с вами о клапанах сухого костюма производства фирмы Apex. Первое, что мы делаем, демонтируем клапана. Снимаем клапан сброса воздуха. Начинаем обслуживать клапан сброса. Клапан сброса Apex устроен значительно более сложно, чем клапан сброса C-Tech, поэтому нам потребуется значительно больше времени на его обслуживание. Итак, разбираем его так же, как в предыдущем варианте. Отвинчиваем эту часть и дальше, используя отвертку, снимаем верхнюю крышку. Надо ее просто поддеть и снять. Так как это пластик, будьте аккуратны, старайтесь ничего не сломать. Так, снимаем крышку. Снимаем эту часть. Чтобы снять эту часть, нам понадобится отвертка. Вот здесь есть специальные такие места, за которые можно это колечко пластиковое подцепить отверткой. Их тут 4 или 3 штуки. Берем, подсыпаем. Открываем. Так. Снимаем эту часть. Пружинку. Вот эти части. И два колечка. Как видите, в клапане накопилось очень много соли. Все это надо сейчас промыть, прочистить. Ну и заново собрать. Так, мы все промыли, прочистили. Когда будете мыть, очень тщательно промывайте вот этот тарельчатый клапан и под ним, то есть вот с этой стороны, потому что именно этот клапан изолирует нас от внешней среды, то есть именно через него к нам затекает вода. Дальше начинаем собирать. Вот пластмассовое колечко синее, оно, видите, оно имеет выгиб. То есть, нам надо его поставить именно вот так вот. Тут есть такая небольшая кромочка-фасочка. Она ставится сверху. Да? Дальше мы кладем серое такое силиконовое уплотнительное кольцо. Ставим чашку. Тут пластмасску для направляющую для пружинки. Пружинку. Дальше, смотрите, на этой части есть вот такой выступ серый, да? Вот, его надо совместить вот с этим выступом. То есть это собирается вот так вот. И просто нажимаем и смотрим, чтобы все защелкнулось. То есть все вот эти наши фиксаторы защелкнулись. Дальше ставим эту часть. Тут не суть важно как. Вот. И закрываем все крышкой. Тоже просто. Все. Клапан собран. Осталось его поставить на место. Но опять же, перед тем, как поставить клапан на место, надо очистить посадочную платформу для этого клапана. Вот видите, у меня клапан тек. И видно почему. Здесь очень много песка. Чистим все тщательнейшим образом. После очистки берем вот это пластиковое кольцо кромочкой кверху, в него вставляем клапан и ответную часть, гайку с внутренней части, закручиваем. Закручивать надо достаточно плотно, потому что посадочное место жесткое, из пластика. Чтобы закрутить, надо надавить на клапан. Все. Этот клапан мы тоже обслужили. Мы желаем вам удачных погружений, сухих, нетекущих костюмов. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал о дайвинге и путешествиях. Там вы найдете очень много интересного и полезного.